все чики-бомбони. Очень. Мою чаще руки, лицо. Я заболел. По мне вообще видно. Вид ужасен. Смотрим. Сими. О, как красиво, красиво. Это рисунки, да, сверху. Рисунок. Опасность. Кобра. Быстренько ползет к тебе и готова тебя цапнуть. Ну, уже все. Все изменилось. Но рисунки красивые, стильные. Мне нравится в ней не только то, что да, она, ну, филигранно обращается своим голосом, но и то, что она подходит к каждому выступлению очень ответственно. Смотрите на ее внешность, да. Вот головные уборы у нее все время не меняются, какие-то необычное построение какой-то своей прически, платья тоже совершенно. Она, ну, прям вот хочет подчеркнуть словно песню своим внешним видом, и это круто. То есть это красиво. Искусство даже. То есть я можно фотографировать и уже. Вау, искусство, это искусство. Что и красиво, красиво это. Уже шляпка как реально, шляпка какого-то грибочка. Как понимаю, песня, ну, грустная. Ну, это уже слышали немножко, уже как бы слезно все. Душу уже так начинает как-то так колыхать немножко. Расставание людей. Они жили вместе, и в один момент им надо расстаться. А кто-то из них еще и влюбился. Поэтому это колоссальный удар. Знаете, она сейчас поет так, словно вот эти воспоминания, да, детские. Вот, представьте, да, вот это вставание, и мы как видим, как, ну, эти флешбеки, они вот дети вот эти вот, они вот уже взрослые, да, смотрят друг на друга. Вот расстояние между ними увеличивается, и тут флешбеки, как они вот, ну, маленькие, бегают по лужам, где-то в поле, прыгают, радуются, вместе как бы, ну, начинают понимать этот мир, кто-то из них помогает обуздать этот мир. В общем, вот как-то так. Переходы для красивые, был сильный. Когда вот с высокого такого мощного и вот, ну, более такой нежный, прохладный.
Ну, у меня такая история тоже была, если честно. Очень давно, мне было, наверное, лет... Или 14 мне было. И это тогда тоже было такое расставание. Хотя, именно, ну, я не чувствовал этого до того. Ну, типа, чувствовал эту боль. И вообще ничего не чувствовал до, вот именно до того момента, пока все не произошло. Пока расстояние не начало как бы увеличиваться. Потом был уже такой, знаете, эмоциональный такой всплеск. Ну и все. И, в принципе, мы и не общались после этого. Я понимаю, в припеве есть фраза «Не уходи». Не уходи. Little moccasins. Ну вот все началось. Как понимаю, вот она именно тот человек, кто влюбился. Да? То есть они расстались. Тут может быть, например, ее друг, например, он просто грустил немножко, но она именно переживала эту разлуку намного сильнее и более ярко, более экспрессивно. Ну, потому что, ну, по вокалу, по крайней мере, так понятно. То есть, ну, просто вот сейчас ощущается вот, вот, тревога, эти вот удары, словно вот ты сидишь в уголке, где-то там плачешь в одиночестве. У тебя крах. Все. Конец, скажем. Ну, вот здесь, в общем, пришло, знаете, осознание того, что все, человека, по сути, уже и нет. И, возможно, вы и не увидите даже. Вы точно этого не знаете. Даже если увидитесь, то уже не будет такой связи, какой она была вот когда она... Конец. Вот последние вот эти вот слова, они были сказаны просто, ну, она все эмоции, словно эти слова бросила, словно вот душа у нас есть, да, и есть какие-то тиски, и вот эти вот тиски, они так сжали сильно душу, что вот эти вот слезы, они все, абсолютно все вышли из нее, и эта ситуация как бы выкачала из нее очень многие эмоции, и скорее всего, да, она будет пуста определенное время. Без каких-либо ярких эмоций, точнее, ну, ярких проявлений этих эмоций, она будет вот такая вот, например. По сути, овощ. Мойте руки, мойте лицо почаще. И чтобы было меньше грусти, меньше вот такой грусти, прям очень печально. Добра, позитива. Чики-пам.